Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я заехала в Оби, очень было интересно, сколько осталось орхидей после праздников. Орхидей очень много, поэтому мы сейчас с вами пройдемся и посмотрим, но их количество сократилось примерно в половину. И мне еще очень интересно, что у нас, точнее не у нас, а в Оби на Уценке. Вот, поэтому очень хочется посмотреть. В зале стоят, в принципе, достаточно хорошего качества орхидейки, вот, но они все были привезены к 8 марта. Их было просто очень много, даже не море, наверное, а океан был орхидей. Смотрите, красавица какая. Орхидейки, в принципе, все обычные, прям супер чего-то такого я не вижу. Я думаю, на празднике, если даже было здесь, ну, были какие-то супер красивые орхидейки, их, наверное, уже выбрали. Но орхидей очень много, очень, просто, наверное, так вот общим планом пройдемся с вами, посмотрим. Они все такие однотипные, я так скажу. Много розовых с малиновой губой. Белые, вот такие вот белые, немножечко с розовым оттенком. Вот, смотрите, родственница моей бабочки. Свою бабочку, да, я купила здесь. Чисто случайно мне попалась. Так, вот, посмотрите, очень много орхидей. Видите, особенного ничего такого супер нету. Цена на них 499 рублей. Так, знаете, из всей вот этой массы, да, орхидей я вижу только такое вот, да, единственное, что кидается в глаза. Здесь вот стоит беленькая с бордовыми пятнышками. Вот она так выбивается из общей массы, видите, если вот так вот посмотреть. И еще, смотрите, какая есть интересная орхидейка. Я похожую орхидейку видела в прошлый раз, и я вам говорила, что такой интересный восковичок. Не знаю, сколько их было, может, это даже она и есть, она тоже была такая же потрепанная. Но, наверное, это не она, та была еще чуть выдернута из горшочка, и цветы были более такие поломанные. Чем-то напоминает каоду, но это не она, но такая же вот восковушечка прям. Не знаю, как вам лучше показать. Так не будет видно. Вот, очень интересная орхидейка. Если бы у меня не было колоды, я бы, наверное, ее себе купила. Вот, ну и такие вот все пятнистенькие в основном, да. Беленькие, беленькие с розовой губой. Вот, только это выбивается из общей массы. Пойдемте еще посмотрим. Да, я же говорю, очень мне интересно, что на Уценке. Вот, смотрите, еще одна оранжевенькая, но уже такая увядающая. Ее бы как раз бы и на Уценку бы. Здесь у нас мультифлорки. А такие тоже уже не, ну, к 8 марта были привезены, уже такие отцветашечки. Камбрия вот такая вот есть, небольшая камбрия. Цена камбрии, сейчас посмотрю. Ну, 1000 рублей без рубля, 999. Вот, ну, если основные цветочки еще в зале, так, более или менее, но мультифлорки уже, знаете, такого видно, что не первой свежести, так можно сказать, да? Вот это только еще симпатичненькая, ну, почему-то увядающий, наверное, из-за неправильного полива, вот уже цветочки такие увядают, хотя бутончиков очень-очень много. Вот какая есть симпатяшка, посмотрите, яркая. А я вообще сегодня приехала, мне надо купить горшочек и керамзит. Забежала так по-быстрому, хотела забежать, но тоже как увидела это море орхидей, решила вам показать. Вот смотрите, сколько мультифлор. Очень много. Очень-очень много. Красивенькие такие мультифлорки. Орхидей очень много. Вот на дугах очень много. Видите? Так. Что у нас здесь такого прям интересненького? Ну, видите, интересного прям такого, на чем бы остановился взгляд, и нету. Вот очень-очень много вот таких
красоток, это мультифлорки, да, но цвета тоже все, можно сказать, однотипные. Кстати, в обе сегодня непривычно мало людей, ходят почти все, только персонал, может, еще пара человек по залу. Вот обычно здесь, конечно, побольше людей, наверное, все-таки в связи с такого, да, эпидемией в мире, люди все-таки берегут себя, и это очень-очень хорошо. Лучше остаться дома, поберечь себя и выходить только по большой необходимости. Вот еще такая орхидейка, посмотрите, красоточка. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. 529 рублей, ну очень красивая восковушечка. Такая прям восковая. Интересная орхидейка. Я еще в прошлый раз ее заметила, но я увидела только одну. А здесь вот уже две, когда поменьше стало орхидей. Странно, что их не купили. Очень красивая орхидея. И вот как раз, видите, стоят полочки с горшочками. Вот это все-все-все там тоже орхидеи. И здесь все-все-все в орхидейках. Вот, такая, видите, ну все однотипные. И также очень много мультифлор. Много-много. Видите? Я не знаю, сколько, наверное, тысяч или миллион был привезен орхидей, да, на праздники. Потому что столько много еще осталось. Очень много. Вот. Видите, все орхидеи, орхидеи, орхидеи. Наверное, пойдемте с вами и посмотрим оценку. Я думаю, тоже сейчас там будет очень много достойных экземпляров. Итак, я уже зашла в павильон, да, где обычно стоит уценка, здесь на стеллажах, но здесь тоже стоят орхидейки, можно сказать, из зала, да, так кажется, на 499 рублей. Вот, стоят вот эти гигантские орхидейки, я их вам тоже в прошлый раз показывала, даже не знаю, насколько их уценили, но получается здесь вот тоже все орхидейки, 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 все примерно одинаковые, и написано, что по 499 рублей. Здесь стоит стеллажик, здесь написано, что орхидейки по 369 рублей, но в принципе я не вижу, чем они отличаются. И здесь, кстати, есть вот эти как раз таки две сразу рядом стоят восковушечки. Такая интересная орхидейка. Да, ну, написано на горшочке 529, но на стеллаже написано, что 369 рублей стоят такие орхидейки. И их очень-очень много здесь тоже. Вот это, смотрите, какая интересная. Очень красивая, милая такая, нежная. Орхидей очень много. Но хочу найти орхидейки, которые, ну, уцененные прям. Прям такие реанимашки, можно так сказать. Интересно, почем они. По-любому, мне кажется, что они здесь есть. Итак, мои дорогие, нашла я этих бедолаг. Здесь орхидеи по 100, по 150 рублей. Вот, например, да, 159 рублей вот такая розовенькая орхидейка. В принципе, ее можно спасти, выходить. Да, я вижу, что у нее здесь есть корешочки, в горшке не проглядываются. Но вот здесь вот есть, да, и вот видно цвет, какой у орхидейки. Ну, и примерно они здесь все по такой цене. И, в принципе, не просто белые, да, есть вот такие вот даже розовенькие. Сейчас здесь цену посмотрим. 200 рублей стоит такая орхидейка. Здесь еще вот такая есть мультифлорка. А здесь цену не вижу. Рядом стоит орхидейка за 159 рублей. Думаю, ну, где-то примерно такая же цена у этой растюшки. Тут орхидейки и на дугах. Вот, ну, есть, конечно, совсем печальные экземпляры, как, например, вот этот, у которого уже отвалились листики. Здесь вообще листиков тоже уже нету. Хотя орхидейка красивая, белая, с бордовыми пятнышками. Ну, вот такая вот оценка. Здесь, кстати, у нас еще вот такая, кстати, ничего так, прям экземплярчик. 660 рублей стоит. Мельтония, их здесь парочку. Вот, поэтому даже есть из чего выбрать. И вот на одной видно цвет. Так, еще нашла большой-большой стеллаж с уценкой. Их даже здесь два стеллажа стоят. Здесь много орхидей, даже есть очень красивые орхидейки. Смотрите, 201 рубль стоит вот такая красавица. В принципе, у нее есть
корешочки, достойный такой экземплярчик. Вот, если кому-то нужен, у кого-то нет еще в коллекции такой орхидейки, можете приехать себе приобрести. И здесь качество получше, но и цена вот разная. Есть по 179, вот по 201 рубль. Где-то видела, сейчас еще вам покажу. Вот смотрите, какая красивая мультифлорка. И цена такой мультифлорки 359 рублей. Вот такая симпатулька. Ну и здесь очень много. Много-много-много орхидей, которые идут у нас по уценке. Здесь даже вот крашеные, которые были. Вот идут такие вот уценочки. И даже есть уцененные цимбидиумы у нас по 599 рублей. Кстати, шикарные вот такие вот цимбидиумы. Может, кому-то нужно, приезжайте, приобретайте. Я бы себе с удовольствием купила такой цимбидиум, но у меня нету просто для него места. Он большой, видите, а места у меня нету. Если я приобрету когда-нибудь, у меня будет свой частный дом, конечно же, первым делом я, наверное, куплю цимбидиум себе. Очень красивый цветок, очень мне нравится. И всегда смотрю, всегда хочу купить, но вот понимаю просто, да, что у меня нигде его поставить. Вот в этом вся, наверное, моя проблема, почему я не приобретаю. Ну вот, мне прям хочется, чтобы кто-то из моих подписчиков приобрел себе такого красавчика. Причем цена для такого экземпляра просто смешная. Еще раз повторюсь, 599 рублей. Вот такая прелесть. Два шикарных. Просто шикарных. И уценки моря, да, если кто-то хочет, можно приехать, выбрать себе цветочки по совсем такой вот приятной цене. Цена очень низкая. Очень низкая, да, и есть из чего выбрать. Пока еще есть из чего выбрать. Вот много. Каждую я не вижу смысла показывать. Вот, ну, цветочков реально очень много. Так что приезжайте в обе и покупайте. Обе находятся в Возмоле, город Краснодар, улица Крылатая, 2. А я, наверное, пойду уже возьму керамзиты, горшочки и уйду, потому что все-таки здесь, вот именно в павильоне, где растения уличные и вот уценочные орхидейки, тут побольше людей. И я вот, хочется уже мне уйти, да, чтобы не создавать вот эту вот массовость. Так, выбрала себе уже топаз. Беру вот такой вот мешочек керамзита. Он у меня, кстати, улетает даже очень быстро, поэтому я беру всегда целый мешок. И осталось мне только выбрать горшочек. Хочу взять стеклянный от Нина Глаз. Они мне очень нравятся. Скорее всего, возьму вот такой вот. И размер самый идеальный для стандартного фаленопсиса. Самый такой идеальный размер. Цена 176 рублей. Вот я сейчас беру и бегом на кассу. И буду уже заканчивать свое видео, свой такой мини-репортаж. И побегу уже пересаживать в свои любимые орхидейки. Все, всем любви, удачи, берегите друг друга, не болейте, самое главное, всем крепкого здоровья, мои хорошие. Пока-пока, и лучше поберегите себя и не выходите из дома.